Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, и в этом видео предлагаю вам вместе полистать третий каталог компании Faberlic. Снимаю сегодня на новую камеру, поэтому не знаю, как получится. Вообще, именно вот это первое видео, когда я листаю каталог на новую камеру, поэтому, ну, надеюсь, что получится. В общем, в этом каталоге появляется новая коллекция женской одежды Faberlic by Валентин Юдашкин. Давайте здесь просто пока полистаю. В принципе, также каталог можно полистать и непосредственно на сайте Faberlic. Вот, если что-то непонятно, всегда можете задать мне вопрос личным сообщением ВКонтакте. У меня сообщения к видео, комментарии закрыты, но тем не менее, это не значит, что я не готова к общению, всегда можно написать мне именно ВКонтакте. В общем, довольно-таки красивая одежда, очень такая нежная. Если честно, не ожидала особенно я такого от Юдашкина, но тем не менее оказалось довольно-таки неплохо. Очень такие красивые, изящные вещи. Вот это платье очень красивое. Сумочки, опять же, красное, черное, то есть подойдет ко всему. Хотя непонятно, почему не было еще и белый. Цены, в общем-то, такие приемлемые. Поэтому есть к чему присмотреться. Здесь вот показан как раз-таки рисунок более крупным планом. Украшения. Новинки. Новые оттенки появились помады и лаков. Также два аромата Faberlic by Валентин Юдашкин. Это цветочно-древесный пудровый аромат и цветочный аромат с тонким, сейчас прошу прощения, с тонким зеленым акцентом. Кстати говоря, в период действия второго каталога, если вы регистрируетесь, сделаете заказ на определенную сумму, по-моему, вот на 1199 рублей, а в ценах консультанта это будет на 20% дешевле, в третьем каталоге вы за 1 рубль получаете вот такой вот парфюм. Если же вы хотите в подарок за 1 рубль вот этот парфюм, то можете либо сейчас зарегистрироваться, либо в следующем каталоге, но суть в том, чтобы заказ, первый свой заказ сделать в следующем каталоге, то есть вот в этом, в третьем. Тогда в четвертом каталоге вы получаете за 1 рубль вот этот аромат. Естественно, полная версия, все как положено. Также в этом каталоге мы сможем использовать карточки «Твой бонус», которые зарабатываем во втором каталоге. Здесь у нас акция каждый день с 13 февраля по 26 февраля. 10 покупателей журнала Faberlic Style номер 4 получат в подарок новый аромат от Валентины Юдашкина. Тоже, в общем-то, хорошо. Продолжается акция «Дари добро вместе с Faberlic». Пакетики, вот новинка появляется. Украшения. Хороший набор мейкап в подарочной коробке. Все, что у нас идет в подарочной коробке, имеет отдельный артикул, то есть не нужно по отдельности добавлять товары в корзину. Здесь также набор за 1199 рублей в подарочной коробке. Следующий набор – это гран-при, набор по уходу за руками, трехступенчатая система.
Вот еще в коробке серия вербена. Здесь крем для век и, как я понимаю, дневной и ночной крем. Серия очень хорошая. Появляются новинки в серии оранжерея, османтус и лемонграсс. Ну, судя по всему, должен быть, наверное, хороший аромат. Я решила себе взять спрей и жидкое мыло, потому что это всегда уйдет. Гели, они, конечно, тоже всегда уходят, но я люблю больше всякие ароматы вкусняшек, поэтому решила себе заказать вот эту парочку. То есть здесь вот видите, действует акция «Желтый ценник». То есть если берете два любых продукта из этой серии, то получается очень выгодно. И еще одна новинка в серии «Оранжерея», «Роза» и «Сандал». Я также возьму спрей и жидкое мыло. Также здесь вот появляется и для тела. Что у нас? Крем-масло для тела. Акция «Три мыла за 35 рублей каждое». Конечно же, воспользуюсь акцией, возьму вот это мыло. Новинки еще какое-нибудь. Бонусом за покупку за 69 рублей, а в ценах консультанта это на 20% дешевле. Можете выбрать любой себе крем при покупке на сумму от 300 рублей. Тоже, наверное, воспользуюсь, возьму какой-нибудь из этих ароматов. Наверное, что это у меня, по-моему, есть, возьму что-то из этого. Новинки по уходу за волосами. Салон Кея. Если я правильно прочитала, издалека не вижу. Здесь у нас входит... Так, там, наверное, дальше уже написано. Все как-то, знаете, непривычно. Вот здесь вот идет набор за 449 рублей, шампунь и сыворотка. Очень будет интересно попробовать. Также еще новинки вот этого второго каталога, который действует сейчас. Вот тушь эту я пробовала, ну, знаете, такая неплохая. Вот она. Не сказать, что она дает какой-то там супер объем удлинения, но неплохо. Очень симпатичные слайдеры. Вообще все слайдеры в компании Faberlic хорошие. И смотрела на агентском пункте, очень классно выглядит. Взяла себе пробник Bonbon Cherie, но пока у меня заложен нос, не могу оценить аромат. Но маме понравился. Здесь нотки банана, сахарная пудра, еще что-то. В общем, должно быть очень вкусно. Также во втором каталоге нам дают карточки «Твой бонус», и мы их должны активировать и в этом каталоге использовать. У меня было 7 или 8 карточек. Самое выгодное – это 65% на уход за кожей лица. Также 55% на любой аромат и что-то 45% для... ну, в общем, гели для душа, прочее. Вот очень тоже неплохой набор, дезодорант и гель для душа парфюмированный, вот к этому аромату. Еще вот наборы, такие дезодорант и миниатюрка 15 мл парфюма. Бонусом за покупку можно за 149 рублей приобрести аромат «Мелоди» 15 мл, если вы покупаете на сумму от 300 рублей. Естественно, в ценах консультанта вам обойдется не за 149 рублей, а на 20% дешевле. Я буду так пролистывать, останавливаться на каких-то прям таких интересных либо новинках, либо акциях. Здесь вот набор для него и для нее за 1299 рублей. Но вот это лучше приобрести сначала пробник. Аромат неплохой, но он на любителя. Также здесь вот наборчики. Новинка. Так, восточная древесно-пряный аромат, парфюмированная вода за 899 рублей. Кстати говоря, карточки «Твой бонус», как я понимаю, будут действовать от черной цены, но здесь она белая, на черном фоне. Так, следующие наборы. Круизер, Монроа, парфюмированный гель, спрей, восьмой элемент набор. Здесь идет
кстати говоря, новинки. Парфюмированный дезодорант спрей и шампунь и гель для душа 2 в 1. То есть много новинок. Вот здесь вот знаменитая серия Lancelot. При покупке любых двух продуктов действует желтый ценник. То есть это самая такая низкая выгодная цена. И появляется новинка. Туалетная водичка. Далее серия Celsius. Здесь вот появляется новинка, собственно, второго каталога. Вот такой вот защитный бальзам для губ мужской. Наборчики имеются. Также галстуки, ремни, косметички, кошельки. Много всего нового. Серия Secret Story. Помада очень хорошая. Ну, по крайней мере, у меня в розовой упаковке хорошая. Мне понравилось. Любой карандаш с этой страницы 40% скидка. Бонусом за покупку тушь для ресниц 50% при покупке любого продукта декоративной косметики, кроме самой туши. Вот. Румяна при покупке любого продукта декоративной косметики, страница 94-125 за 499 рублей. Здесь также идет набор любой оттенок Винилюкс плюс защитное покрытие 349 рублей. Появились новые оттенки. Бонусом за покупку 300 рублей можете любой оттенок помады за 149 рублей выбрать. Также бонусом за покупку, опять же, вот здесь вот помада идет, можно выбрать. Бонусы за покупку добавляются в корзину на втором шаге оформления заказа. Появляется новинка, и она же бонус за покупку за 79 рублей. Так, как он называется? Оттеночный бальзам для губ. Вот здесь три оттенка, и вот этот вот натуральный представлен здесь. Вот если буду брать, то возьму именно его. Также бонусом за покупку можно взять объемную тушь за 149 рублей. Здесь очень много. Вот новинка, это гель для бровей в двух оттенках идет. Здесь вот скидки всевозможные представлены. Вот хотела себе зеленый оттенок, во втором каталоге его, к сожалению, не было. Здесь действуют желтые ценники, то есть покупаете два продукта, они начинают действовать. Если берете один, то действует красная цена. Всевозможные слайдеры, в том числе появляются новинки. По-моему, вот эту новинку я видела, очень красивая, на агентском пункте. Вообще очень интересные. И главное, качественные. Но, в принципе, вот, кстати, в последнее время 99 рублей здесь было написано, сейчас уже 100 рублей. Но могу вам сказать, что часто бывают акции. Вот сейчас, если вы зарегистрируетесь, то во втором каталоге вы сможете бонусом за покупку по 40 с чем-то рублей их приобрести, а в ценах консультанта вообще за 30 с чем-то. Поэтому присмотритесь. Вот эти новинки. Антивозрастное средство для ногтей гладкости, блеск и матовое покрытие унисекс, деловой маникюр. Бьюти-блендер. Вот платинум, новинка, активная вода для лица за 299 рублей. Серия Faberlic Expert. Любая маска при покупке любого продукта серии Expert со страницы 132-138 за 99 рублей. Любой второй шприц с этой страницы 199 рублей. Опять же, минус 20% ваша скидка. Тут вот всякие разные наборчики. Гамаш или пилинг-мусс в подарок за 1 рубль при покупке любого... при покупке набора для очищения кожи лица.
торможу, потому что не видно через окошечко и приходится наклоняться. Серия Airstream. Здесь регулярно всякие бывают наборы, поэтому так пролистываю довольно-таки быстро. Aqua Smart серия 20+. Ну, знаете, как бы, вот здесь вот указана серия Prolixir 30+, 40+, Гардерика, 60+, Матриженик, 50, Реноваж. Ну, это все равно, знаете, нужно смотреть по типу вашей кожи, потому что вы хотите получить. Возрастная категория, она в основном указывается, чтобы, если вы каталог держите впервые в жизни, чтобы просто хоть как-то сориентироваться. А так, конечно же, ориентироваться надо исключительно по типу кожи. Вот они, наборчики всякие разные. Серия Этноботаника, здесь тоже возрастная категория присутствует. Вот наборы, это более бюджетная серия. Обратите внимание, если кто еще не заказывал, бонусом за покупку от 300 рублей. Любое средство для ног за 65 рублей. Скраб, маска, крем. Очень хорошая серия, бюджетная, но реально качественная. Также серия Вербена, здесь набор тоник и плюс молочко. Ну, я набор брать не буду, потому что молочко мне не нужно. Вот тоник очень хороший, гель для умывания тоже. Ультра Клин Грин. Вот эти вот кремы хорошие, любые два крема серии «Домашняя аптечка», 149 рублей каждый. Это хорошая цена. И особенно мне нравится соскрем для активных людей. Он у меня всегда есть в запасах. Дальше в серии «Эксперт Фарма» здесь программа по уходу за волосами, разные продукты. Дальше по уходу за зубами. Вот зубные щетки такой средней жесткости, очень хорошие. Для интимной гигиены, ну вот эти вот, знаете, чисто баловство, я даже не знаю для чего они, тем более имеют жуткий аромат, задыхаться начинаешь. А вот средство вот это вот очень-очень хорошее. Также серия про ноги, про руки. Эта серия мне не подошла. Серия про ноги хорошая, вот скраб, например, хороший. Вот это мыло, аромат специфический, но зато за руками обалденно ухаживает. Это средство для кутикулы также есть. В общем, меня устраивает, но у меня и кутикула проблем не доставляет. Серия Beauty Cafe, штрудель с мороженым. Вообще, вы знаете, здесь вот есть наборчики, обратите внимание. Хороший аромат, но единственное, молочко для тела очень гадко для меня пахнет. А все остальное пахнет хоть и по-разному, но приятно. Скраб, он такой, это чисто, знаете, баловство даже для моей чувствительной кожи, но баловство приятное. Любимая серия — малина, белый шоколад, любые два продукта по спеццене. Здесь также вот лимонное монпансье, аналогичная акция. Ну вот лимонное монпансье для меня пахнет как-то, знаете, не очень. Далее, ванильное лакомство тоже, два любых продукта. Аналогичная акция на любимую серию вишневый конфитюр. Ну, в принципе, вообще вот все эти серии мне очень-очень нравятся. Далее, вот эти продукты неплохие. Это можно использовать как гель для душа, пена для ванны, жидкое мыло. Набор твердое мыло и гель для душа, 115 рублей. Цена очень даже неплохая. Серия на крем, наборчик за 239 рублей. Суфле для тела, крем, пена для ванны. Вот, хороший набор. Обновленная версия Близе де Амор, теперь она называется Стори де Амор. Влажные салфетки в подарок за 1 рубль при покупке любого продукта серии Story de Amour со страницы 190-191, кроме самих салфеток. Ну что ж, тоже хорошая акция. Также бонусом за покупку от 300 рублей за 75 рублей паста. Либо вот это Story de Amour, либо медовая. Вот это... Она гелевая, по крайней мере, в старой версии, малинового цвета, с ароматом и вкусом мяты и малины.
сейчас ей как раз пользуюсь. Супер цена на вот эти гели, они очень хорошие, но больше всего мне нравится вот это, хорошо расслабляет. И самое нелюбимое вот это пахнет доместосом. Новинка, ополаскиватель для полости рта. То есть раньше у нас был в другой серии, а вот теперь и здесь появился ополаскиватель. Детские средства, вот новинка, детский ароматический спрей для тела с блестками, волшебная вода. Далее вот еще здесь два любых продукта с этой страницы за 99 рублей каждый. Так, далее серия «Астронавтик». Бальзам для губ при покупке любого продукта серии «Астронавтик», кроме самого бальзама, за 49 рублей. Серия Faberlic Expert по уходу за волосами. Мне вот эта серия нравится. Она, конечно, жирнит волосы, в том смысле, что приходится мыть волосы каждый день или через день. Надо пользоваться этим средством курсом. Но зато эффект хороший, волосы такие сильные, здоровые, реально вижу эффект. Вот этот спрей очень экономичный, даже с моими длинными волосами. На 3 курса хватает. Хороший лак, и у него реально здесь выгодная цена. Но при покупке 2 вот действует вот эта цена. Возьму, наверное, совершенно точно для мамы. Краска «Краса» тоже мне очень-очень нравится. «Биоарктик». Хорошие шампуни, любое средство за 69 рублей, но мне не нравится аромат. Далее новинки прошлого каталога: суп-пюре картофельный, ризотто с овощами, каша с кусочками яблок. Я все это купила, еще не пробовала. Любые 2 коктейля за 49 рублей каждый, любые 2 напитка за 35. Бонусом за покупку любой кисель за 129 рублей. При покупке от 300 рублей по каталогу. Ну, вот эти продукты, мне кажется, ну, их, наверное, надо добавлять, возможно, в салаты, еще куда-то. Ну, кайфа не поняла. Гигиенические вот эти прокладки пробовала. Мне понравились ночные, они более удобной формы. Ну, честно, клеются не очень, но не подводили ни разу. Дневные скорее брать не буду, просто они ничем не отличаются, кроме вот этого зелененького чипа. Ежедневки сейчас буду пробовать. Очень красивая посуда. Далее. Тоже вот различные варианты. Цены, кстати, весьма такие приемлемые. Я тут просто параллельно пытаюсь уследить за таймером, потому что на предыдущей камере у меня таймер прям был на окошечке, а здесь что-то я его не вижу. Супер цены на средства для мытья посуды. Там 3 артикула. Так, это с экстрактом алоэ вера, с ароматом спелых яблок и лимон и мята. Вот на них хорошая очень цена. Опять же, супер цена на мыло для кухни. Оно просто обалденное. Действительно, стоит своих денег. Тем более, что и стоит оно бюджетно. Эта цена действует на цветочно-пряный аромат, фруктовый и аромат орхидеи. Вот это для чистки духовок и плит хорошее средство. Появляется вот такая вот новинка с натуральным маслом Монарды 200 мл. Скорее всего, буду покупать для очищения от плесени. Думаю, средство очень должно быть неплохое. Надеюсь, будет в наличии. Вот средство для чистки ванной комнаты, 139 рублей. Опять же, цена хорошая. Спреи водные мне не очень понравились, потому что аромат нестойкий. И
выходит из строя дозаторы. То есть даже если изначально он нормальный, он очень быстро выходит из строя. Не только у меня, многие кто заказывали. Появляется новинка, она уже точнее появилась в прошлом каталоге. Это стиральный порошок для всяких вот таких деликатных тканей. Здесь такой, одна упаковка такая равна 2 килограммам обычного порошка. Также здесь супер цены можно видеть. Вот эта губка, всем рекомендую, универсальная губка нового поколения. У меня на канале есть обзор, посмотрите. У кого домашние животные, просто потрясающе убирает шерсть с ковров вообще отовсюду. Причем шерсть к ней не липнет, она просто скатывается, вы уберете и убираете. И очень много воды впитывает, это тоже очень удобно. Хорошие вот эти салфетки для удаления пятен с одежды. Их просто кладете в сумочку, если где-то что-то, сразу вот протираете. Отлично справляется. Вот здесь вот новинки ко дню Святого Валентина с такой символикой. Ну, вот эти вот штуки, их можно и в Ашане со сковородкой вместе дают обычно. Рамочка, кстати, неплохо смотрится. Довольно-таки симпатичная бельишко. Тоже вот мы видим, новинки всякие появляются. Так. Мужское белье появилось. Вот шикарные вот эти колготки 60 ден. Сейчас у меня вроде бы где-то здесь, а вот они рядом. Такая вот упаковочка. Отличные колготки, на каблуках ходила в них, не рвались, и занималась растяжками, танцами. В общем, целый год как минимум в них хожу. Это вот у меня темно-зеленый оттенок. Также вот такие колготочки имеются. Чулки. Так, сейчас. Детская одежда, там для подростков. Ну, ее я так быстренько пролистаю. Цены, в общем-то, тоже вполне себе приемлемые, не заоблачные. Так. Каталог этот стал более толстым, и нам обещает компания, что вот очень хорошее платье, вот оно, что каталог будет еще более толстым, появится больше товаров, больше разделов. Мне это нравится, потому как, во-первых, здесь минимальный заказ не очень большой, чтобы действовала скидка консультанта 20%. И что нравится, опять же, то, что всегда есть выбор. То есть какие-то каталоги, вот, кстати говоря, туфли впервые появились, 3 вида. Эти 2 299, вот эти 2 тоже 299 и 1999 вот эти. То, что вот действительно заглядываешь в этот каталог, много разделов. В других же компаниях либо много декоративки, либо еще чего-то, и не всегда получается набрать на минималку и заказывать регулярно. А здесь вот действительно можно для себя что-то подобрать. Всегда что-то новенькое и много всего, в общем. Поэтому это, конечно, классно. Папоротник, вот этот цвет, конечно, потрясающий. Украшения, это новинка вот второго каталога, по-моему, вроде бы, или третьего. Очень красивые. Вот эти тоже украшения. И здесь, смотрите, бонусом за покупку за 299 рублей атласный платок, если покупаете на 1000 рублей. И, конечно, информация для тех, кто еще не зарегистрирован в компании и только собирается. Если вы регистрируетесь с 13 по 26 февраля, делаете заказ на сумму 2000 рублей, платите вы, конечно, гораздо меньше,
то в следующем каталоге за 1 рубль вы получаете вот такой вот парфюм Faberlic by Valentin Yudashkin. Регистрация в компании Faberlic простая, бесплатная, без паспортных данных. Вы просто проходите по ссылке под видео, регистрируетесь и сразу получаете скидку 20%. То есть вам не нужно ждать, пока вас кто-то зарегистрирует. Вы не берете на себя никаких обязательств, типа вы не должны ничего распространять. То есть да, если вы захотели, пожалуйста, вы можете предлагать другим. Вот. И, собственно, если вы там... Безусловно, у вас там ваши друзья, там еще кто-то захочет приобрести, например, если у вас сумма получится заказа там на 10 тысяч рублей, вы станете в следующем каталоге VIP-консультантом, получите еще кучу привилегий, в принципе, то есть если есть желание, если нет, то нет. Можете просто вот для себя какие-то минимальные заказики делать. Безусловно, каталоги можно пропускать, все по вашему желанию. И, конечно же, регистрируясь по моей ссылке, вы всегда можете обратиться ко мне за помощью, и я чем смогу, помогу. Если видео вам понравилось, то не забывайте ставить лайк, подписываться на мой канал, и до встречи в новых видео. Всем пока!